Тяжеловато, во-первых, добирались долгое время, и тяжело было после перелетов, после дороги. Но думаю, что сегодня будет уже на тренировке все полегче, адаптация проходит. Я думаю, что к игре мы подготовимся и будем готовы. Рады, что находится здесь, находится в Лиге конференции. Для кого-то это первый опыт. И я думаю, что каждый понимает, что это за игра, где мы находимся. Ну и думаю, что завтра все силы, все ставят на поле, чтобы добиться положительного результата. Пока соперники много информации нету, потому что сегодня будет после обеда тренерский штаб нам показывать команду, нарезки, как мы будем действовать против них. Так, я думаю, что при болельщиках играть, я думаю, что это лучше, чем при пустых по трибунах играть. Ну, может быть, без разницы, за кого они, в принципе, болеют, но я думаю, что это все равно лучше с болельщиками. Чем больше, тем лучше.